instruction, son. Вас послали. И возвращайтесь к себе. Фу, ну и вонище. Он пришел за Шарлеем, которого я убил. Однако ничего у него не вышло.
меня и сушит. Теперь помедленней.
Судя по дневнику, едва выйдя из тюрьмы, Мертен отправился в легендарную пещеру, где вроде как обитал пророк легенд. Пошла. Теперь помедленнее. Но!
вход в пещеру. Посмотрим, не оставил ли ведьмак следов. Ставил знак своей школы на стене. Умно. Надо еще такие же поискать. Опять знаки. Куда они меня приведут? Надо думать, это останки того ведьмака из школы медведя. Он так рисковал. Видимо, очень был нужен ему этот панцирь. Эти чертежи мне точно пригодятся.
Не торопись. Кто виноват? Внешность обманчива, ведьмак. Берегись. Режинальд Деобре возвращается. Не пропустите. Покупайте билеты. Удачи на охоте, ведьмак. Слушайте, жители Баклера. Красивая мелодия. Волили нанять ведьмак. Следовательно, долг каждого жителя нашего города – оказать ведьмаку любую необходимую помощь. Граф Борис де Сальварес приглашает на доклад, посвященный исчезновению редких видов и опасности, которую оно представляет для природы. Вход свободный. Честно, тут у каждого второго только вино и барышня в голове. Так-то. Слушайте, жители Баклера, их светлость соизволили... Приветствую! Надеюсь, поиски продвигаются? Мне удалось кое-что найти. Прекрасно! Я сделаю копию! Наконец-то я получу звание великого мастера! Спасибо тебе, ведьмак! Бывай. Удачи на пути. Я совершила новое. Да Пейрак Пейран пал жертвой собственной труф. Бестия из Баклера нанесла новый удар. Горожане, обратите трепещущие сердца. Есть ведьмак, нет проблем. Режинальд Деобре возвращается. Не пропустите. Покупайте билеты скорее. Давай.
Эй! Еще б чуть-чуть, и ты прибыл на помощь в последнюю минуту. Благодарю тебя, друг. Давай. Придержи. Пошла. Давай, плотва. Придержи. Но пошла. Фламер, дружище, это же всем известно. Лучшее красное вино делают из Бомбино Неро. Тебе здесь нравится? Миленько у нас, а? Вино, спокойствие, пейзажики красивые. Сверкала звезда синевой в небесах, минуты текли, как песчинки в часах. И дальше за стены плющом увитые, и дальше вперед в царство мрачной стихии. Миленько у нас, а? Вино, замшелых гробниц их встречали каменья, но шли они прочь и не знали сомнения. Мечом наш герой зарубил его скоро, повсюду разбрызгавшись архиспора. Но в брюхе сыскать не сумел Бродобрея, знать кто-то другой его слопал скорее. Держит пленника вор из пещеры кошмара, но не знают, что ждет их суровая кара. Узрев ведьмака, все застыли от страха, а хальника вмиг превратил он в кастрата.
кишки натянулись, как струны на дыбе. Ведьмак ему брюхо вспорол, словно рыбе. И славный клинок погрузил столь глубоко, что враг захлебнулся желудочным соком. И рухнул, накрывшись ногами своими, а все это в честь досточтимой княгини. Здравствуй, здравствуй! Ну и запахи. Что сегодня на обед в Фазанерии? Мои служки уже поведали о ваших героических деяниях. Прошу вас, сударь, примите вознаграждение за труды. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Ничего нету, мать твою, опять.